Так, проверим вот эту говно-болгарку под названием «Калибр». Как все говорят, говно, мне она нравится. Проверим эту болгарку. Вот такой вот диск маленький, вот осталось тут 1 сантиметр. Попробую отпилить пятерку металла. Поехали. Смотрим, сколько диска осталось. Примерно сколько было, столько и осталось. Почему? Смотрите мое видео. Там я рассказывал, почему. Металл, покажи толщину металла. 5 миллиметров. Вот, как был он за 1 сантиметр, диск, так и остался. Хотя диск не из дорогих, из дешевых кратов.